Ой, какой хороший мальчик! Похлопайте себе! Ну-ка, не Куся, давай! Ну, не Куся расскажет. Скажи стишок. Нос, правильно. Не буду сказать, хорошая девочка за нос. Маша, расскажешь стишок? Маша, расскажешь стишок? Да. Давай. Маша. Маша. Лёха. Маша. Лёха. Высока. Выше. Маша. Выше. Мама. Достает. Ака. До потолка. Ну как? Марика, потолка. Марика, прям как наша. Это молодец. Да. Кто еще раз? Как? Марика. Как? Как блестит ее наряд, как фонарики горят. Наша елка снова будет отправлять всех ребят. Будем весело плясать, будем песни распевать. Чтобы Ёлка захотела в гости к нам прийти опять. Молодец! А, давай, девочка, красиво, расскажи нам. Тебе я у Ёлки на посиди, тебе хотел сервис. Какие игрушки не скушали им, и что это будет за сервис? Чародейка. Вот ряд с морозом висит коза, а с волком за глаза видишь коза. Наверное, я твои холодности стыкать. И очень устраивает меня козе. Вау, молодец, похлопаем девочку. Молодец, прям. Мальчик хочет рассказать. Вот мальчик хочет рассказать. Маленький, маленький, маленький. Давай, девочки, маленький, давай вместе. Подарки сейчас сначала давайте катушки. Падай. Кто? Мы. Молодец, похлопайте, маленький, может, первый раз рассказал. Вот еще мальчик хочет рассказать. Расскажешь нам стихотворение? Расскажи. Не, я себе... Мама, помогай. Мама, помогай, рассказывай. А он подхватит. Он подхватит. Давай. Давай. Снежок еще, давай. Андрюша, не давай ходит. Давай вместе. Идёшь, я не ходит. Ну, мама, подумай. Давай мальчик вот этот очень хочет рассказать. Давай. Чародейку и зимою околдован не стоит. И под снежной бахромою, неподвижной немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой. Снова волшебным очарован. Весь опутан, весь окован, легкой цепью буховой. Солнце зимнее ли мечет, на него свой луч косой. Здесь ничто не затрепещет. Он весь вспыхнет и заплещет ослепительной красой. Я думаю, похлопаем, мальчик. Похлопаем. Кто еще нам расскажет? Кто-то еще хочет рассказать? Нет. Вика, будешь рассказывать? Ну нет, давайте, все рассказали стихотворение. Молодцы какие. Андриан рассказал. Андриан рассказал. Ой, кто это к нам опять идет? Пришел? Опять? Мы у вас прощения просим. Извините, всех вас просим. Простите. Ну простим их. Ладно, ну, так и быть, прощаем и на праздник приглашаем. Проходите, сегодня такой праздник. А что вы нам хорошего-то? А мы с вами поиграем. Ну, давайте. С котиком поиграйте. Ну-ка, ребят, все повторяйте за моим котом. А с котиком давай, хороший кот, добрый. Поиграйте с ним, он исправился. Ну, кто котику, котик, будешь играть? Разбежались зайки. Где зайки? Где зайки? Где зайки? Вот зайка такой. Вот зайка. Вот какие зайки. Зайки, попрыгайте. Сели зайки на лужок. Лапкой роют корешок. Вот какие зайки. Зайки, попрыгайте. В
Вот бежит котишка, черненький, плутишка. Ищет, где же зайки? Убегайте от кота. Зайки, побегайте. Сейчас кот вас поймает. Сейчас кот вас поймает. Ребята наши заслужили подарки? Да, через лес я приволок преогромнейший мешок. Он полон подарков. Вы играли, стихи рассказали. И теперь всем деткам будет подарок. Ой, тяжелый мешок. Давайте начнем с малышей. Да? Ровно самый-самый маленький малыш. Вот, Маша! Будешь, Маша? Опа, помогите Маше! Маша растеряться! Нет, Маша, вот подарок! Вот! Надо крепко держать подарок! Так, кто у нас следующий? Максим! Ладно, Максим! Какие подарки вам Дед Мороз принес? Потом маленькая девочка пришла. Как тебя зовут? Вот тебе подарок. Мама, папа. Дед Мороз хочет стишок рассказать мальчик, еще не успел. Хорошо, давай. Давайте послушаем стишок. Тихо, стишок слушаем. Давай большой мешок и книжку. Давай, вот, какой красивый. Так, и все пришло. Давай эту. Покажи маме. Андрюшка, покажи маме подарок большой. Держите так. Давай, одну только. Беру. Одну. Малышей, я был всем малышей. Андрей, да, проверяй, извиняйте. Я в него это мне надо было носить. О, сколько тебе подарили. Мальчик, хорошее стихотворение рассказывал. Все. Спасибо. Сейчас мы подарим друг Машку, который большие стихотворение рассказывал. Хорошее. Так, а теперь детям большим возьми. Ну ладно, хорошая. Так. На подарок. Подарок и котик. Вы подставили его. Где достали подарки? Я смотрю. Дед Мороз, давайте с тобой сфотографируемся. Дедушка Мороза, давайте сфотографируемся. Мешок у меня пустой, подарки я раздал. Все, вставай, Дедушка Мороза, на елке, мы с тобой сфотографируемся. Детки, сиди, Новый год! Боша, встань сзади, вот там у твоей елочки.
Смотрите, снежинки! Скажите, снежинки! Маша, вы видите? Молодцы! Спасибо, девочки! Встречайте Новый год! Ждите меня в следующем году! До свидания! Что сказать надо Деду Морозу, ребята? Спасибо!